По счету это ваш нефтеразлив? Ну, в моей памяти это уже второй такой глобальный, большой. Так, каждый год, нет-нет, все равно что-то плывет. Я речку эту знаю, вот и до. Это наша река, мы этим живем. Постоянно рыбачим здесь, на этой реке. Спиннингом занимаемся. Вот у меня сынок сейчас растет. Он хотел подняться туда, там порыбачить. Я говорю, сынок, там делать нечего. Там все. Там все нефти. Залазь, пожалуйста. У нас поля тут ягоды, все. У нас все испортилось, нефть. Так жить-то как дальше? Мы не знаем. Кому это сказать? Как дальше жить? Рыба уйдет отсюда? Она не уйдет. Она погибнет, честно сказать. Она погибнет. Рыбнадзор. Где он сейчас наполнен? Рыбнадзоры. Они ездят с ОМОНом, с автоматами. Вот сейчас заедьте сюда на Колу и посмотрите ситуацию. Скажите нам, почему нам нельзя рыбу ловить? Местным жителям. Чтобы вот так бочку собрать, сколько времени уходит? В зависимости от того, насколько нефть сама по себе скреплена. То есть, как бы, если она спрессована и связана травой, то больше не пишется. Ну, 3-4. Компания при этом тоже много тратит денег на защиту окружающей среды. Это компенсирует. Кому? Кому, да, кому компенсирует? Я инженер, а не директор. Никто не хочет нюхать, никто. Все хотят, чтобы кто-то что-то сделал. Чтобы были со стороны и Лукойла, и администрации, Сыктывкара, всей республики, чтобы они увидели, что это страшно.